Всем привет, с вами Денчик, мы продолжаем оптимизировать Fallout 4. На очереди у нас настройка мышки. Многим не нравится, как ведет себя мышка в игре Fallout 4, поэтому я решил эту проблему, сейчас покажу, как это сделать, как убрать акселерацию, которая по умолчанию стоит в этой игре, то есть ускорение, и мышка ведет себя не так, как полагается. Итак, заходим в документы MyGames Fallout 4, тот же файл fallout4prefs.ini, заходим в него и мотаем вниз. Находим Ctrl в квадратных скобках. Здесь я сейчас выделю, как это будет выглядеть. Нам нужна последняя строчка, вот BMouse Acceleration равно нулю. У вас ее нет, конечно же. Поэтому я копирую эту строчку, вставляю под видео. Вы также копируете, вставляете в этот файл. Именно сюда. Controls ниже, над геймплеем. После этого сохраняем файл и запускаем Fallout, чтобы проверить. Все должно работать идеально. Мышка должна быть отзывчивая, никаких задержек, либо каких-то ускорений, либо акселерации не должно быть. Если кому помог, как обычно, ставим лайки. Если хочешь поставить дизлайк, поясни, почему ты это сделал. На этом все, не забываем подписываться. Всем удачи, пока-пока.